Уважаемые посетители портала Славия, разрешите вас поздравить с прошедшим Рождеством и наступающим Старым Новым Годом. Сегодня в Нарве прошло замечательное событие, рождественский концерт Нарвского симфонического оркестра. И, как всегда, полный зал. Мне очень приятно, что наши слушатели собираются в эти дни в зале, в концертном, и слушают замечательную классическую музыку. Я хочу сказать вам, что эта музыка — это не только интеллект, это еще какое-то душевное тепло, которое нас спасает, оберегает, улучшает наше благосостояние. Просто многие меня спрашивают, я боюсь прийти на там симфонический концерт или еще что-то. Я всегда, вы знаете, в этом нет ничего сложного. Здесь есть только то, что нужно быть, нужно внимать и получать от этого удовольствие. Я хочу вам всем пожелать, чтобы в новом году вы как-то больше встречались с искусством, читали, смотрели живопись, слушали музыку, потому что это все нас спасает и оберегает на этой земле. Всем хорошего.